ручьи. Ну, на свет тигренок появился 18 сентября в ночь. Тигрята были слабые, мать от них отказалась практически сразу, не приняла их. Ну и так как тигрята не получили нужную порцию молозива, они без иммунитета. Ну и, к сожалению, одного спасти не удалось. Остался вот один. Все, конечно, были приняты усилия, всевозможные и невозможные, чтобы сохранить, ну, последнего тигренка. Как бы. Ну, конечно, результат налицо. Но первый месяц был очень тяжелый, как бы, в том плане, что приходилось и ночью, и днем постоянно за ним наблюдать. Тяжело, конечно, было страшно. Постоянно подходишь к коробке, смотришь, дышит, не дышит. С мужем тут тоже ночами не спали по очереди, вставали, кормили его. Ну, даже был такой момент, что у него просто дыхание остановилось, когда кишечные колики, спазмы, и он от боли был уже в агонии. Все, он просто на руках таял, умирал. Ну и отключился. В общем, у него моментально прям нос посинел. Так-то у него он розовый пятачок. И он прям фиолетовым уж стал. Рот, видимо, слизистый, язык тоже все посинело. Ну, конечно, тут в панике, что делать. Ну, взяли себя в руки, собрались. И с мужем сделали ему искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, в общем, откачали его. Ну, а сейчас на смесях, да, на втором? Да, он сейчас пока на смесях. Ну, раньше он в банке, в общем, там где-то 300-400 грамм, угу. по 3-4 пакета где-то. Ему на неделю не хватало этой банки. Сейчас он уже буквально раза, наверное, 4, может, 5 бывает, молоко бьет. И так в основном мясо. Бутылочку уже на одном дыхании практически.